Очаг свой разожги, ребенка роди, скотину расти, корнем человека стань. Говорится о нравственных заповедях и ты, и венков, которые дошли до нас очень давних времен. В такой форме дается наставление молодым людям в эпосе эвенков, да и не только эвенков. Фольклор народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – уникальное духовное богатство, неотъемлемая часть мирового культурного наследия. Сотрудниками отдела северной филологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Северо-Сибирского отделения Российской академии наук проводятся исследования по фольклору коренных малочисленных народов Севера. Область моих научных интересов, да, – это эпические традиции, так как нимгаканы – это такие уникальные произведения, которые отражают и быт, да, и культуру, и историю, и верование, да, народа. Поэтому эпос, он как жанр, он очень уникальный, своеобразный и интересный. Вообще в исследованиях по эвенкийскому фольклору, да, нет специальной работы, посвященной эпическим локальным традициям. Да? И вот моя работа, монография, посвящена именно вот специфике эвенкийских греческих сказаний в творчестве сказителей рода быта. То есть это раскрывает локальную традицию, да. Род Бута – это какие эвенки? Род Бута, он по территории, да, он как бы ограничен. Они проживают на юге Якутии и на севере Амурской области. Поэтому вот их компактность проживания способствовала тому, что они сохранили вот функции фольклора в своей среде. И вот от представителей рода Бута было записано многие жанры эвенкийского фольклора. Да? Это и мифы, и сказки, и песни, различные там благопожелания Алга, да? И, конечно же, немалое количество вообще греческих сказаний, нимгаканов. Поэтому у них была очень сильна вот традиция, эпическая традиция сказительства, да, и много было известных сказителей, такие как, ну, Апанас Пудов, Иван Романов, да, Николай Николаевич Пудов, братья Трофимовы. Вот хотела бы остановиться на братьях Трофимовых, да, и самым известным, ну, старший брат – это Егор Гермогенович Трофимов, и младший – Николай Гермогенович Трофимов, самый известный сказитель. Не только вот, от представителей рода Бута, но вообще в среде эвенков. И его сказания, да, получается, на сегодняшний день являются вообще, его записи, да, сказания являются качественными и полноценными публикациями. Да. И, но самое большое его сказание – это «Дулин Бугатар Гандунин». Здесь включает, состоит из 4 циклов и включает вот 16 тысяч строк. Это такой, скажем, самый большой текст эпос. Эпические традиции, да, вообще рода Бута, они представляют локально родовую разновидность восточных эвенков, да. И вот важнейшей характеристикой их сказаний является вот их структурно-композиционные и художественно-поэтические особенности. Да? Их сказания, они объемны по содержанию, имеют такие устойчивые, развернутые эпические формулы. Да, там. И сюжет тоже очень своеобразный. И образы героев тоже отличаются от сказаний других, например, локальных групп. Да? Еще особенность вот, сказительства рода Бута заключается в том, что вот все записи эпосов, они записаны от мужчин нимгакаланов. Поэтому в их эпосе
идет такая вот описание, акцент идет на героической идеализации. Сказитель очень хорошо подробно рассказывает там описание цен, там героические охоты, да, вообще поединков богатырей, доспехи, оружие, очень красочно и подробно рассказывается, описывается. Например, вот цена битвы, да, богатыря, он описан вот по воинской традиции венгров, поэтапно. Еще другая особенность, да, вот эпоса рода Бута заключается в их многоцикличности. Все сказания у них многоцикличны. Первый цикл, конечно, рассказывается, характеризуется вообще одиночеством героя-богатыря, да, а последующие циклы, они построены по стереотипной схеме. Но имеют, конечно же, свою специфику, да. Например, к примеру, сказитель мог и не исполнять какой-то цикл, или вообще исполнить как друг, ну, один цикл как эпос отдельный, да. Вот с эпическими традициями, да, у нас еще связана другая работа. Это эпос алданских венгров, издан в 2018 году. Сюда вошли пять героических сказаний алданазийской территориальной группы венгров. Ну, вошли опубликованные, да, героические сказания, но мы их собрали в единую работу, чтобы тоже дать раскрыть их локальную традицию, да. Они отражают вот немгаканы, которые сюда вошли, они отражают все вот межэтнические, межплеменные контакты, поэтому тоже очень хорошо раскрывается тут их локальная специфика. И работу вот эту, да, нашу направление вот с локальными эпическими традициями продолжает еще вот работа, следующий труд «Фольклоры венгров Алёкмы». Он издан у нас в 2021 году. Сюда вошли тексты витимо-алёкминских венгров, фольклорные жанры, такие как нимгаканы, улгуры, малые жанры и еще обрядовая поэзия и музыкальный фольклор. Вот бассейн реки Алёкмы, да, он исторически был очагом вот территории, да, очагом формирования именно вот северных тунгусов. Поэтому вот это все исторические этапы, да, отражены в их фольклоре. Исторические этапы возникновения венгров. Поэтому тоже очень интересно. Другое направление наших исследований — это систематизация и классификация эпических, не эпических персонажей, а связана с персонажами венгийского фольклора. Первая работа — это у нас под руководством Галины Ивановны Варламовой «Словарь-указатель. Имена собственные персонажей венгийского эпоса». Второй проект у нас еще не издан, но он уже закончен. Тоже «Словарь-указатель мифологических персонажей венгийского фольклора». Туда вошли мифологические образы, да, где-то мы посчитали 130 наименований. Но вошли общие персонажи, которые присутствуют в мифологии венгров. Это образы демиургов, да, богов-творцов, как Севеки, как Айгтени, образы хозяевов природы, там Арчекай, да, богиня воды, реки, Маниндя, образ моря. Также вошли образы зоантропоморфные, это великаны безголовые, да, аркарак, да, и
образы людоедов, чулугды, демиурги. И вот, а в приложении там у нас включены новые тексты мифов и медиты, где-то 47 текстов. А на данный момент мы работаем над другим проектом, да, это указатель сюжетов и мотивов авангардистского фольклора. Руководителем является Александр Николаевич Варламов. Это тоже как бы продолжение вот предыдущих наших работ, касается тоже систематизации и классификации, да. И работа основана на базе опубликованного материала и неопубликованного тоже есть. Реализация вот проекта, да, вот систематизации и классификации сюжетов и мотивов позволит нам вот кратко представить своеобразие вообще вот сюжетов и мотивов эвенкистского фольклора. «Миф фольклоре эвенков и эвенов» – новейшая книга, изданная в серии «Памятники этнической культуры». Серия начинает свое вот такое научное шаг такой в мир, да, это с 2004 года автор серии, вот этой замечательной серии, Василий Афанасьевич Робек, вот, и идея этой серии такая, что вот по народам, по каждому народу посвящена каждый вот раздел этих памятников. И вот 45-я книга, это вот эта работа. И она вышла под коренные малочисленные народы под названием. Вот в этой работе мы исследовали миф фольклоре эвенков и эвенов в том плане, что именно в мифологии заложено то коллективное представление, те коллективные мировоззренческие представления народов, которых можно вот посмотреть историческую значимость, да, этнические особенности, мировоззренческие особенности, обычаи, традиции, они все заложены в текстах этих мифов. И работа с научным руководителем Галиной Ивановной Варламовой, ну, решили, что чисто только на мировоззренческих традициях эвенков это не есть хорошо. И ну, чтобы достоверно было для исследователей и для вообще понимания тунгусского фольклора, мы также взяли и фольклор эвенов, да, где в сравнительном таком исследовании может выявиться и сходство, и отличие между народами, да, и здесь получается взяты тексты, объединенные темой творения мира, и то есть в основном у нас тут вошли этиологические тексты исследований, да, хотя надо сказать, что мифологическая вот тема, она очень обширная. И в этой работе отражена только тема творения мира, но она очень интересная, глубокая. Да? Посмотрели тексты, что есть у нас свои создатели божества, те, которые создавали мир, их антиподы, вот эти персонажи, рассмотренные в работах. Также обозначена категория времени, то есть начальное мифологическое время тоже рассмотрено. Также рассмотрены и отличия мировоззренческие, вот эпическая традиция немножко у нас имеет различия между эвенами и эвенками. И здесь, в этой работе, я в основном делала упор на эвенкийскую эпическую традицию в сравнении с эвенской. Но как-то вот все равно есть где-то и сходство, и также вот различия, да, это вот выявляется. Основное различие в чем проявляется? Основное различие, ну, например, наши тексты, у нас у эвенков есть тексты очень обширные, большие, такие вот, как, например, Немнакан, Таргандун Средней Земли. Да? А в эвенской она более архаична, у них эпос более архаичный, это изложено в трудах Жанны Карловны Лебедевой, да, и где в своей работе Жанна Карловна обозначила, что начального времени
например, от мифологического, в эпической традиции эвенов отсутствует. Но в своей работе я рассмотрела последние тексты, когда она писала работу свою в 80-х годах. Да? Позже тоже были выпущены тексты, но там есть уже обозначено начальное мифологическое время. У нас не очень есть тексты, но они не опубликованы. Да? С публикацией очень так сложно идет. Но в последнее время, благодаря нашим предшественникам, Галине Ивановне Варламовой, прежде всего, Анне Николаевне Мареевой, были опубликованы, собраны ими тексты. Да? Они ездили в 80-х годах, успели еще собрать тот ценный материал, которым мы сейчас и пользуемся. В эту работу, кроме текстов наших российских эвенков, я включила тексты наших китайских сородичей, китайских эвенков, проживающих на территории Хашуна, эвенкийского Хашуна. И в чем здесь интересно, да, до сего времени, до наших дней, тексты наших сородичей особо не известны были. И когда мы посещали наших сородичей в Китае, ездили рабочей поездкой, и там удалось собрать несколько текстов, да, о творении мира. Когда мы общались с сородичами, у них фольклорные тексты, вообще фольклорный фонд сохранился достаточно хорошо. Да, но для этого нужно время, чтобы записать. Да. Но что мы успели, это записать мифотворение мира. И вышло несколько работ до этой монографии, где мы рассматриваем типологические также сходства и отличия между российскими эвенками и эвенками Китая. Да. Но надо сказать, что особых таких различий нет, да, основа общая, но тем не менее, что интересно, их тексты китайских наших сородичей, они более близки, некоторые элементы с эвенскими текстами, да, там персонаж, например, Куршун, у них тоже помогает создавать землю Куршун, также и такие тексты есть и у эвенов Охотского побережья, да, зафиксированы. Потом еще, что интересно, очень устойчивые оказались у них такие персонажи, как медведь, да, как у нас также в нашем фольклоре, также и заяц, какие этиологические признаки у них появились, да, ровно тексты такие же, как и в тунгусском фольклоре. Это очень, надо сказать, что у них это сохраняется. Они говорят на эвенкийском языке, рассказывают тексты на эвенкийском языке, и что важно, они подчеркивают, что эти тексты они слушали от бабушки, бабушек и дедушек. 2021 год был для нас, эвенков, очень знаменательный. Отмечали юбилеи наших знаменитых, великих дочерей эвенкийского народа. Это 90 лет исполнилось Анне Николаевне Муреевой, 70 лет Галине Ивановне Варламовой и 80 лет исполнилось Пикуновой Зинаиде Николаевне. Она проживает в Москве, она педагог. Мы очень также гордимся ею. Мы подготовили книгу воспоминаний Анна Николаевна Муреева, ученый, просветитель, гуманист в словах исполненных любви. Это памятная такая книга воспоминаний, куда вошли все такие очень хорошие слова, воспоминания. Очень добрый, отзывчивый, всегда помогающая, да, никогда не сердилась, всегда старалась помочь, чем-то поддержать. Мы также в этой книге постарались включить фотографии, да, альбом такой, чтобы Анна Николаевна запомнилась для всех, не только эвенков, да, а для всех якутян,
россиян, вот какой она в душе была, красивый человек. Очень горжусь вот этим вот вклейкой вот этих фотографий, потому что здесь показана вся жизненная вот стезя, благодаря семье, помощи семье, смогли издать вот такую прекрасную книгу, книгу воспоминаний об Анне Николаевне. Юбилейный год мы смогли издать творческую работу нашей Галины Ивановны Варламовой, Галины Каптуке, с таким вот поэтичным названием «Рожденные под небом Буга». Составителями являлся Александр Николаевич Варламов и Юлия Александровна Варламова. Да, сюда включили те произведения, которые уже к сегодняшнему дню стали такими вот редкими. Да? Это раритетные издания стали. Да? И для сородичей венков это было как-то, ну, труднодоступное. И решили издать вот сборник статей. Здесь включены основные ее работы, которые она издавала еще в 80-х годах, 90-х. И что интересно, сборник «Маленькая Америка», она вышла 10 тысяч экземпляров, да, но к сегодняшнему дню это большая редкость. О чем это говорит? О том, что произведения Галины Ивановны, они интересны, да, и пользуются спросом. Директор Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Северо-Сибирского отделения Российской академии наук о работе отдела северной филологии. Отдел северной филологии является одним из крупных структурных подразделений института. Всего, значит, работает 20 человек в этом отделе. Из них 2 доктора наук и 14 кандидатов наук, 2 лаборанта и 2 человека у нас на выходе на защиту кандидатских диссертаций. То есть практически весь отдел остепенен. Я должна сказать, что потенциал очень сильный, и результаты у нас тоже значимые. В 2004 году еще при Институте проблем малочисленных народов Севера была создана серия под названием «Памятники этнической культуры малочисленных народов Севера и Дальнего Востока». И сегодня, вот за 20 лет, мы имеем уже 45 научных трудов, солидных. За 5 последних лет мы выпустили в рамках этой серии около 20. Вот последняя работа вышла буквально на днях, принесли Марии Петровны Дьяконовой, посвященная мифам эвенов и эвенков. Кроме того, значит, 2 последних издания – это словарь «Юкагирско-русский словарь лесных юкагиров». Носителей этого языка осталось всего 4 человека на сегодняшний день. Он вышел в 2021 году. Авторами являются Пана Егоровна и Александра Егоровна Прокопьевы, сестры. Они собирали, значит, много лет полевой материал, и на основании вот этого полевого материала издали совершенно роскошный юкагирско-русский словарь, который по результатам 2021 года отнесен к важнейшим достижениям российской, не только института, но и Российской академии науки. Он прозвучал в докладе президента Российской академии наук перед президентом страны. В 2022 году у нас вышла еще одна очень серьезная книга. Это «Академическая грамматика эвенского языка». Авторами являются Сардана Ивановна Шарина, которая является сейчас руководителем структурного подразделения отдела северной филологии. Соавтором является известный лингвист российский Алексей Алексеевич Бурыкин, доктор филологических наук. Эта работа посвящена фонетике, графике, орфографии, морфологии эвенского языка. И мы эту работу также представили как одно из важнейших достижений института и сибирского отделения, и также Российской академии наук. В планах у нас, конечно, сейчас это по всем языкам лексикографическое описание, то есть издание словарей, потом разработка академических грамматик и плюс изучение фольклорного наследия. Проект Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук
памятники этнической культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, стал победителем 5-го конкурса «Всероссийская общественная премия за сохранение языкового многообразия Российской Федерации. Ключевое слово» в номинации «Лучший издательский проект». И эти тома стали настоящим памятником народам Севера.